Здравствуйте, друзья. У нас тут пришел попрощаться выпускник. Вы как давно выпустились-то? Мы выпустились 2 недели назад. То есть вы вот из группы Full Time, которая начиналась 11 ноября, и в которой были такие веселые мальчики-девочки, Миша из Нью-Йорка. Абсолютно. Так. И вы едете, вы приехали из Лос-Анджелеса. Да. Вы так и представьтесь, как зовут там? Меня зовут Самир. Так. Приехал из Лос-Анджелеса. Не, подождите, с таким именем вы в Лос-Анджелес откуда приехали? Я приехал из Баку. О, ну. Но тут нашли бакинцев у нас? Нет, здесь не у нас очень, у нас много и очень дружные. Две. Такие дружные. Не сомневаюсь. Правда? Да. Замечательный город. Приехал, сначала переехал в Лос-Анджелес, прожил там около 20 лет. Да вы чего? Вам сколько сейчас-то? Мне уже не так мало. Да вы что, а с виду такой вроде как, ну, да, как все, там, ну, лет 28 там. Стараюсь, blend in. Так, хорошо. Так вы что делали 20 лет? 20 лет работал, учился, потом решил вот попробовать QA. Нет, ну делали-то что? Приехал, делал вообще физиотерапию. Так вы врач, что ли? Ну, примерно, да. То есть вы в Азербайджане были врачом? Нет, нет, я здесь выучился. Здесь выучился на кого? На physical therapist. Так, а что же вам не живется physical therapist'ом? Ну, так получилось, что поменялись планы. Планы. Но зарабатывали нормально? Зарабатывал неплохо. До какого-то, до определенного времени. Угу. То есть вы на страховые деньги какие-нибудь там? То есть люди пострадали в автокатастрофе, там что-нибудь такое, нет? Ну, нет, не совсем. Я делал настоящую физиотерапию. Понял, хорошо. Значит, сложно было переучиться-то? Здесь? Да, у нас. Нет, было замечательно. Было, конечно, надо приложить усилия, но замечательная школа, очень многому научился, отличная атмосфера. Друзей завели себе тут? Огромное количество друзей, очень так весело, очень приятно и очень-очень... Хорошо. Значит, я почему снимаю этот сюжет, потому что Самир нашел работу в Лос-Анджелесе и уезжает. Он, да, только был интерншип начал, да, но тут его сорвали. Интерншип, да, побыл там. Значит, с точки зрения вот жизни, вот вы как человек, который в Лос-Анджелесе прожил много, да, и вот тут у нас, для человека, пожившего в Лос-Анджелесе, здесь тяжело, вот, в смысле цены вот этого всего? Цены немножечко подороже, но... Не драматически? Ну... Не, как бы значительно подороже. Значительно подороже. Значительно так подороже. Но в плане Калифорния, есть Калифорния. Здесь немножечко попрохладнее, правда? Так. Вот. Но вы не мерзли тут? Ну нет. Нет, не мерзли, и тепло школы согревало. Но здесь как бы пульс сильнее бьется такой. Абсолютно. Абсолютно, да, это абсолютная правда. И здесь чувствуется, что здесь другое место, и очень такое найти все, и народ интересный, и поговорить есть с кем, и очень многому можно научиться. Но я вот хочу сказать, что мы, как люди, живущие на севере Калифорнии, так, да, как бы, очень любим Южную Калифорнию. Это для нас не чужое место, а это как бы очень родное и свое тоже. Ну, то есть мы чувствуем вот эту вибрацию, так сказать, что мы, да, 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 как бы на одной волне все. Да, я на самом деле здесь тоже был пару раз до этого, но недолго, а вот сейчас у меня получилось так, что я пожил здесь около 3 месяцев и получил огромное удовольствие. У вас там с девчонками симпатичными, наверное, полегче? Ну, много там. Почему? Здесь тоже симпатичные. Ну, не в школе, а вот все так нормально. Вот, не в школе, а вот так, за пределами школы. За пределами школы, да. Там полегче. Но в школе, на самом деле, да, самые красивые девчонки, которых я видел здесь, да, они в основном были в школе. Слушайте, а чего они все замужем-то почти? Вообще прямо возмутительно. Ну, вот, да, вот это единственный момент, который немножечко мешает. Еще некоторые даже женаты, тоже немножечко мешают. Да. Ну, что же, давайте я тогда вам пожелаю успехов. Спасибо большое. Вот, спасибо за все. Назначаю вас ответственным по Лос-Анджелесу. Да, вот так вот. Буду от стараться школы. Абсолютно. Оправдать доверие и огромное спасибо за все. Ну, давайте ребятам тогда привет. Счастливо, удачи.